Апелляционный суд Одесской области оставил в силе приговор суда первой инстанции в отношении трех дезертиров. Об этом сообщила сегодня пресс-служба военной прокуратуры Южного региона. Молодые люди были в августе призваны виновными в дезертирстве, разбое и незаконном завладении транспортным средством. Организатор приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы, подельники к 7 годам и месяцу. Всем троим также светит конфискация имущества и необходимость возместить материальный и моральный ущерб. Речь идет о младших сержантах, которые 11 мая совершили побег из воинской части, дислоцированной в Одесской области. Они прихватили 3 автомата и 800 патронов. Кроме того, парни угнали машину, угрожая физической расправой владельцу, совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию. Двое дезертиров – уроженцы Донецкой области, третий – из Одесской области.